не достигает наш казачий класс. Быть патриотом – это честь для казака. За это наша троекратная ура! Особая строевая песня. Юровская сельская школа, первая казачья в городе-курорте. Есть в ней и обычные классы. Для создания особой атмосферы они используют элементы военной формы. Налево, кругом, кругом. Диана Габриэлян, командир отряда 7 А-класса. Ребята признаются, что собраться для участия в конкурсе было не так просто, но в итоге выступили, как считают сами, неплохо, а опыт в целом оказался полезным. Проявляется командный дух, все слажены, все пытаются соединиться, выступить как одно целое. За каждым движением строя следят судьи, они выставляют оценки. Многие участники интересуются тем, как выступили, соревновательный дух определенно присутствует. Строй шел нормально, но ты немного ногу сбивал. Ну ничего страшного. Маршировка молодцы, маршировка 5. Четкое, красивое, идеальное выполнение всех команд. За неправильные повороты, соответственно, снижаются баллы. Оцениваем, значит, что построение, перестроение, то есть повороты направо-налево кругом, перестроение из одной шеренги в две, из одной шеренги в три. Подобные смотры были популярны в советское время. Традицию здесь возродили в начале 2000-х годов. По мнению педагогов, это неплохой элемент, повышающий дисциплину. Это касается всех, без исключения школьников, в казачьей форме и без нее. Во-первых, это наших мальчишек готовит к армии, я считаю. Девчонок подстегивает, они стараются не уступать мальчишкам. Дисциплинируют, вы видите, что они выполняют команды. Сплачивают коллектив, потому что здесь действительно один за всех и все за одного. Если один подвел, все, команде уже минус балл. Ну и мы хотим показать, что мы не хуже наших предков, что мы тоже готовы защищать свою родину. Здесь рассчитывают, что учащиеся школы представят ее не только на городском, но и на краевом смотре, как это уже бывало не раз. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.